что вы думаете, она мне сказала в этот самый волнительный, наверное, в моей жизни момент? Это были... Не знаете, что? Да у тебя же мало пирогов! Да у тебя же плохо на пирог есть! Да у тебя же все на поворот! За ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. Патрик очень звал, кругом шла голова, а в ответ получал и те слова. Да у тебя же мало и дорого, да у тебя же папа пианец.